В Кызылжарском районе полицейские расследуют уголовное дело о краже проводов с резервной линии электропередач протяженностью более 11 километров. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллионов тенге. В краже подозреваются работники одного из предприятий региона. Подробности смотрите в материале пресс-службы областного профильного ведомства. 7 декабря текущего года в отдел полиции Кызылжарского района обратился представитель распределительной электросетевой компании о том, что с июня месяца по декабрь месяц вблизи села Трудовая Нива со столбов были похищены кабеля. Подозрения сотрудников следственной оперативной группы в первую очередь легли на людей, имеющих навыки работы в электроснабжении. Как выяснилось, криминальный промысел на опасных участках развернули еще с начала августа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления были изобличены 9 человек, которые также являлись сотрудниками РЭС. По данному факту компании было причинено более 2 миллионов ущерба. В настоящее время проводится досудебное расследование. Сейчас проводится работа по изъятию украденных проводов. Установлено, что похищенные злоумышленники сбыли в пункты приема металлолома. Гизель Закария при содействии пресс-службы областного департамента полиции